Поставить. А то у меня тоже такая фигня. Так вот он и есть же протопал. Нет. Shadow Line, шипы. А, все поняла. Блин, ни хрена, все одинаковые. Так, поставь пока группу лут. Мы еще не убили трэш. И пошел, блядь. Красавчик, вайпнул рейд, блядь. Господи. Крамы, крамы. Гимну на хп давать, у вас ни одного хила нет. А где хилы-то, блядь? Бля, короче, давай себе хила за эту жизнь. Я уже не могу это терпеть. Блин, даже так. Вечер же на крыше выпьемся. Ой, Дессер. Где чек? Согласен. И чё, кто был танч? Он идет, ты спросил? Нет, теперь вариант нет. Какие-то странные, вроде протопал пошел, сейчас вы его пикаете. Какое мнение может быть о гильдии, если такая хуйня происходит? Может, у него тетрис такой же, как у тебя, РК открывает 5 минут. Ну. Тогда я уже скачаю этого Ведьмака, блять. Ты GTA скачал, когда только купил этот комп, что-то поиграл 2 дня, нахуй, забил и опять начал леща дрочить. Нихуя себе, меня патч новый вышел. Там интересно. Блять, миссии выполняет, ну да. А, блять, Ведьмак чем доставляет? Поиграешь, поймешь. То самое, делать квесты, нахуй, страдать хуйней. Нет. Вот что вот там делать, что он так вставляет, а GTA, ты говоришь, не вставляет. Вот чем пиздец Ведьмак так захватывает? Да, ну это аргумент, да, всем. Вот ты мне не хочешь даже объяснить, потому что ты не можешь. Ой, помолчи секунду, я объясню. Подожди, секундочку. Подожди, ты сейчас скажешь стопудовую хуйню какую-нибудь, что там, типа, блядь, типа, поёбки туда. Давай. Сюжет и в GTA нормальный, чё? Кому как, ё-моё, чё вот сейчас... О, сейчас снова сдохнем! Разные вкусы вообще. Ой, ты от сталкеров фанатеешь, а это такая хуйня редкостная. Сталкеров
Сталкер топ игра, чего вы несете? Не знаю, это вообще моя любимая игра. Это даже лучше, чем Вов. Не агрите, ну в смысле, если вы можете бить без меня, агрите, я пока настрою тут все, сейчас хилбот. Ты протопал-то не хилбот. Что, у меня через хилбот настроены всякие эти капли и прочее. Так все правильно, это удобно. Ты нажал кнопку, ты повесил какую-то хуйню. Карман случайно на Поклонского выра. Не, ну я знаю, у меня многие знакомые в него играли, все хвалят. Я просто не знаю, почему ты GTA хуйню обзываешь, тоже вроде нормально ее и хвалили, и игра нормальная. Но мне вообще сказали, что играть смысла нет в первого и второго Ведьмака вообще, сразу качать третий. Если энтузиазм есть, то почему бы и нет? И деньги самое главное. Что ты вот не хочешь протопалом играть, блядь? Тут 6К протопал нормально. Сейчас будет троллить Вайда за то, что не хочет вагонец. Варенька кто такой? Нихуя себе, блядь, кто такой, говорит? Ну, блядь, я так-то много кого не знаю, поэтому не спрашиваю. Кто не смеет входить в обитель господина? Освободите первую ауру, пожалуйста. Паладина, первую ауру, кого стоит? Держи крыло, гоните, окей? Я побуду. Паладины, дайте первую лагу. Моя вторая. Ну, я имею в виду, что я ее поставлю. В смысле забыл? Ты у тебя мейн танк или вов танк? Я же не знаю, что ты у тебя. Мне всего лишь-то надо клык Синдаргос и там щит. А, ну тогда поезд бы. Нет, я учиться буду. Еще. Да все, все нормально. Блять,
Ой, простите. Да я отменила. Блин, сдохни снова. Беги, малышка, беги! Сейчас соберитесь в центре все, а то он сейчас... Я в луже не стою. Я разобью. Нет, нет. Не оставь. Это босс такой, здесь всегда тяжело в три. Да, на леди хилить нехуй. Я просто так заберу, если, ну, без ГП, но я просто ЕП на мага кидаю. У меня есть такие просто на мутике, если там как буду делать. Ну, на мути там же другие камни. Хотя там можно в общий шмот меткость мастерство-то толкать. Мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Беги, малышка, беги!
тебе каска есть? Есть на тебе каска? Так, Вотя, может, прослушал, на кого на пол первый идет? Окей. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Какие загнев там? Тролльцы меня сейчас вырежу нахуй. Я кинул кулак. Кулак ни к чему. Давай ты каску. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Ску я дала. Именно там на маме. Да чё не пишешь? Ха-ха. Прожался даже, блядь. Бейте хилатом. Противиться моей воле!
противиться моей воле! По-моему, развалил пару тел, не? На все воля господина! Как в контроле был. Неизбежно. Блять. Там хуйня хули-палы, чуть ли не падала. Что? Не-не-не, по-моему, ничего не падало. Войт, ты ж Тимура помнишь с адептов? Холихаммер там все дела. У него, короче, был шаман Рестер, ну тоже ж помнишь, наверное, наиграл на Леймом постоянно. И, короче, как-то на Леди мы сидим, Рома Джейми в контроль берет, ну, самый первый контроль, он, короче, дает рост, а начинает с него кастовать. Это было пиздец. Не надо. Шею. Мот ей надо говорить. И можно. Слышал? Шмот говорит, ей надо. Ой, ты там на холле пал, если падает, там ты говори, хорошо? Приветствую. До встречи. Учимся читать с воином. Ну а чё, пацаны получат звания, которых ни у кого не будет. Да нет, там реально всё убить. Со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Заклинание еще не готово. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Мы скоро пойдем! Пехота! Сержанты! Ой! Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Да. Ну а что было? Краб, наверное. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки.
Я трэш всегда им бью. Сейчас посмотрим. Я просто давно уже с Рогой не ходил целка. Не знаю, ну 16 точно давал. Я попробовал через робчик, что-то как-то мне не понравилось. То ли я рак, то ли хуй знает. Че, спекас? Тролль. За половину, хотя похуй. Че все стали, никто не рулил, все стали рулить, блядь. Я на мейн беру. Я не буду то рулить. Нет, не буду я брать, за фу. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Это кольцо Локу и не особо надо, я не знаю. Кому особо надо? Совет. Это совет тоже нет. Я здесь, чтобы забрать его тело. В центре, да, танчит? Я сильнее и могущественнее. Чем ты можешь представить? Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Я
Да. Танки, ё-моё. Обей ты 5 лямов, ёп. А, ну нет уже. Блять. И не только, когда на нем была метка, это пиздец как было, а когда еще босс, вообще. Не, ну не забывай, у меня ГС тоже какие-то. Да. Ну сумасшедший, хера вот это нужно, все время вот эти эксперименты и постоянно их потеряем. А нахер вам это ебать, блин? Вполне было бы нормально все захилено, просто, блядь, так с меткой не повезло. Не, просто метка была на попали. Если не была метка на попали. Все время забываю, какой мне шмот надо одевать. Дезер, посмотри на меня. Если ж... Да, я запущу? Не про это. Подвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди в мою сторону
И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. А у меня слышно? Мой мальчик погиб у врат гнева. Сиськи твари. Сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Джерри, не бей, трэф, на тебе метка. Вот обычные паладиновские печеньки. Скажешь, я паролю, мне надо две штуки.
Зайду, выйду, покурю. Две вальки аккуратнее. Не-не-не, там рядом докилы просто. Приветствую. Майна скада, что там поглянуть? Чалинками. За альянс. Якби треш бив, все бив, не знаю чи дали чи ні, просто я ж бачиш.
Ленточку разыграем. Этого босса? Да куда, Миша, да?
Вы что, на РНЖ стоять не умеете? Вам даже сказали, кто где стоит. Блять, я дыни намазан. Бегай жопой. Большой НРНЖ будет, пал. Кролька вообще вагон рядом с тем, не хернула ни разу. Как Лок умер? Как можно с Кралькой и Баролей идти в 4 хила? Беги, малышка, беги! Пять лямов осталось. Все, кто может на рынжу. Взрыв, разбегитесь. Хилы на рейнджу, РТД на рейнджу. Лучше, чем резаться, бежать, бафаться еще. Миломор сдох, но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в... Там просто это, вы можете идти в три хила, но надо в три хила идти, когда три хила хилят. Но у вас Холи Паладин не хилит. Если так, на сводочку, Холи Паладин на этом боссе должен быть первый. Первый. Всегда. Это все. Я тут в Аринантой, Аринанта 6.1, Холи Паладин был первым, когда шаманы и эти херы все были по 6.5. Конечно, там они были не очень хилые, но суть этого не меняет. Давай я холиком зайду, и мы пойдем с рихила. Вы вернетесь от трэш до гем. Наруч, дай Войд. Катюжный наруч. Есть кого джилс? Кристина, дайте я добегу сначала. Не, Вару просто должна. Джилс, я кого? Thank you.
подвинуться не можем, значит болевать будем, да? Да, в одну точку, рейндж, в три. Я в мире. Дело все в том, что такие вещи даже проговаривать не нужно, все должны знать. Нет, штаны топовые. Ой, забыл. Эти штаны хочу больше, чем тапки, блядь. У тебя же есть на локите штаны. Они с нормой. По-моему, нет. Конечно, надо, у меня 6,2 здесь по. Пару за половину уже, нет? Это половина. Дорогие, там 700 чем-то ГП. Ты видел, как он Нордру хилит? То же самое было бы. Я после проф отойду на 10.
И это, я, наверное, ЕП получу на другого чара. Об этом надо было вначале писать. Да я давно не играл, я забыл, что тут как. Где? Он говорит, не пуляй, подожди, Барфли, не готов. А чему отдай? Таргет красный. Что-то я ничего не знаю. ГЦ Сержик. А вот кинула и на йогу якраз. Дай мені ГП на чарма, я писав. Чарам. Ман чарам. Ну или чарам. От кинуло поні і зразу на йогу якраз. Льоний. Любимий босс, хули. $324, по-моему. Ты сам видел, красный, блядь, словил чела и все умерли. Тут одна проблема, просто красный дошел. Ну да. Ну, там можно было, в общем-то, и боб дать. Вся такая хуйня происходит, когда красного подводит к рейду, и он ползет там буквально пару секунд. Я вот кинул зеленый, скажу, вот кинул зеленый прямо на красного. Войду переводчика надо, он такую речь не понимает. Не говори по-украински, что
Хотя это не украинский даже, наверное, так. Просянка, Саня, просянка. Вам уже там никто не нужен. Я лично кто понимаю, но русские обычно не понимают. Шанан куда ушел с интерсами? А мне сложно в таргет брать, слизнюка. Меня слышно? Да, да-да-да, я кидал мне зеленую. У меня нету места еще сумка. Ноль. Ноль, ты понимаешь, я не могу это принять. Ну-ну-ну. Сейчас мысли дверей. Лапы нет. Варк, говорю, у меня нету места, алло, блядь. Лапу. Сейчас кралька начала камни кидать. Знаешь, к мне. Я жму обмен. Что тебе пишет? Ты не видишь, что ли? Друиды, может, бафните лапу, не? Давай так, если до конца профа не будет или этого трая лапы, то этот ГП дает всем дроби. Соточки давай. Сейчас, погоди. Давай. Не бросим, да? Ссылка пошли. Я бы с таким ДД его прямо с стола перевел бы нахуй, да и все. Есть чему я, блядь. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще. Огнём. Всё, вставай, вставай.
чуму передавайте там тоже. Пошли. Когда за это банить уже начнут? За боб. Леголас так и ворует. Можно было без дивана. Пусти народ. Похоже, у меня ничего не выйдет. Колба. Уайт, найди меня замену, пожалуйста. От меня толку мало, а этот Виталик он. Мне это тяжело сильно дамажить по движущим. Я вообще б не играл бы с рукой сломанной, читал бы книжку лучше какую-нибудь. Пиздец. Не, ну я правой только работаю, вернее играю, а левой то. Ну короче, найдешь, хорошо? Ёб твою мать. Я это... Здесь точечно накинему, да и все, что ты. Отойду покурить пока. В врезке еще как-то проще. Поворотишь же занят.
Ну, я написал ШП Лилок, Влад написал ШП. На кого зайдет сейчас? Лок зашел. Ну, он Африка берет. Ну, пусть он демоном идет, я Африка буду. Хит пропала. Давай хант по скилловому. Трех мобов. Тима, аккуратно, пока потому что... Всем привет. Привет. Еще раз говорю всем привет. Еще привет. Раз тебе отвечаем привет. Привет. Еще раз говорю всем привет, да. Да, Лок, Лок, мне пишет, что я его там, не знаю, заебал, че что он там пишет. Я тебе голову еще не видел, чтобы это делать с тобой. После патруля. Всего хорошего. Патруля у тебя в Сибири. Давай, Ханс, справа. Сейчас, Кадена на пул. Да, ловушка под звездочку, Альтея кружок, Shadowline. Стой, 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 стой. И Войтрусы. Это Дэкимон. А кто у вас остался тут? Кровь лед. Кровь лед. Хорошо. Ты когда в мейс зашел, тебе предложили КД принять, там написано же, кто живой, кто мертвый, если табличку расширить. Я не смотрел эти таблички. Вроде читать не умеет просто. Не надо читать, мне могут сказать, зачем я с вами говорю тогда.
Лучше б не говорил. Че ты книги на шкаф-то, бля? Ладно, спасибо, всем. Всем пока. Мой? Моровинг на двух. Вуди на одном. Рога напуливает Валанара. Хант напуливает Алдорама. Ханты, присты на кинетике.